Да, сейчас был концерт у нас. Культурно-досуговый центр «Шелковик». Я что-то решил сегодня так пройти пешочком. Тут 3 остановки идти. Да и по бывшим ямам. Положили недавно нам дорожку. Такой нам туристический маршрут сделали. Спасибо. А то идти было, ну, невозможно. Правда, на другой стороне там так и остался асфальт. Не знаю, зачем я решил сегодня так поговорить с вами. Да давно не говорил. Сегодня у нас вечер, 3 июля 2022 год. Зрителей было очень много. Да. Ну а теперь что по ценам? Соль 10 рублей килограмм, спички 70 копеек, хлеб так и остался, только булочки дорожают. Масло подсолнечное Украина 45 рублей, местное подсолнечное масло 32 рубля, гречиха 33 рубля. Ну так все не упомнишь. А да, молоко селянское, Украина, 19 рублей 50 копеек. Местное 7 рублей, пол-литра молоко, Тираспольское. Что еще? А, окорочка 38 рублей ПМР. Я очень много роз снимал, но пока еще что-то не доходят руки. Был я и 19 июня, когда шел бессмертный полк. 8 часов 37 минут колонна от площади Освобождения прошла к БТРу. Я дошел до улицы Гагарина и пошел домой. Правда, часть ролика снял, там минут 20, как раз и не доходя до железнодорожного переезда. Наша армия Приднестровская. Так. Что из последних новостей? Ну, это... Ну, наверное, будут ремонтировать наш мост. Пешеходный. Посмотрим, насколько затянется. Да, тот, который идет с центра до Борисовки, да? Протяженность моста составляет 300 метров. Хм.
много моих знакомых, друзей уехало. Кто на заработки в Европе, кто в Санкт-Петербург и Москва. Да. Ну, я с ними, конечно, общаюсь. Ну, как они говорят, хорошо там, где нас нет. Фу. Да. Что вам еще рассказать? У нас пекло. Самое настоящее жарище в Бендерах. 32 выше нуля в тени сегодня было. В течение 4 дней нам обещают температуру 37 градусов тепла. Да, вот сейчас проехала фура. Я там на Кишиневской, у нас таможня. Вот они просто-напросто гоняют. Была у нас как-то авария. Перевернулась ТСЭП, КАМАЗ с бетоном. Тяжелая была авария. Так, я вот таким же путем хочу пройти по немножечко другому маршруту. Я тут сейчас сделаю, пока паузу. Да, и мы чуть-чуть и мы продолжим. Итак, я пишу дальше. На прошлой неделе, когда был фестиваль, я уже забыл, как они называются, был танцующий город, и вот предыдущий. На предыдущем было очень много зрителей, так как приехали буквально все, ну не все, но часть городов, и привезли свои коллективы. Все концерты, которые я снимаю, они есть у меня в Одноклассниках, в Фейсбуке, Инстаграм и ВКонтакте. Я давненько не заходил в ВКонтакт. Как-то немножечко что-то сделал, какое-то такое упущение, то мой друг в Европу уезжает. Уезжал на работу. И был занят им. Слушайте, подбежит идти невозможно. Да, ну про цены я вам рассказал. Что еще вам рассказать? Доллар стоит 16 рублей 35 копеек. В месяц разрешают купить. Я слышал, так это нет. $500 в валюту. То есть за один раз можешь купить $50. А вот я вот что думаю, а если нету, чтобы со стольника дать 50, то и не купишь. Ну, ладно. Так. Мясо стоит. Свинина 80 рублей на рынке. Это сейчас рыночные цены. Творог до 80 рублей. Окорочка 32 рубля.
Это то, что мы еще можем тут позволить себе. Далее что? А, вот Саша меня просил, и еще Андрей, чтобы я снял маршрут от набережной до крепости, там маршрут здоровья он называется. Правда, когда мосты проходишь, там перил нету. Ну, я хотелось бы подождать, когда они их приварят. Но пока ничего. Ну что в городе? Вот заправку закрыли, которая прямо перед нами, Липканы. Уже как, наверное, год. Почему, не знаю. Ну, а так бензин до 26 рублей доходит. Вот заправляются водители дизелем под 26 рублей. Не знаю, что они имеют. Воздух тоже катать никому будет неинтересно. Ну все, я дошел. Маршрутик маленький вам показал. То есть не маршрут, а пешеходную дорожку, которая сейчас без ям, находится в отличном состоянии, и вместо ям плитки. Ну, может, что-то еще изменится. А так, такая вечерняя прогулка, да мне и самому понравилось. Да что-то вам рассказать. Спасибо. До свидания. 3 июля 2022 год, город Бендеры.